Вместо 92 миллионов – 142. Реконструкция бульвара Жванецкого официально подорожала в полтора раза. Скорректированный проект работ согласовали на днях в Одесской облгосадминистрации. Цена вопроса резко возросла после того, как одесские СМИ обратили внимание на некачественный ремонт части бульвара, который был открыт в сентябре. Туристическая зона в том месте уже разваливается. Хрупкая еще с осени тротуарная плитка в некоторых местах просто исчезла. По одной из версий, строители серьезно просчитались с водоотводом. Больше всего пострадал участок в районе бывшего ювелирного завода, на месте которого строят новый жилой комплекс. Напомню, подрядчик компания «Экстерьер Дизайн» изначально должна была сдавать весь бульвар до 31 декабря 2019 года. Но сроки с тех пор несколько раз переносили.